Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Это Ведьмак 2, Убийца Королей, вторая часть моего прохождения. И перед тем, как начнем, да, мне надо срочно переодеться, ибо разработчики решили не исправлять этот баг, который мучит уже, наверное, всех игроков, которые вообще хоть раз когда-либо выкладывал эту игру на ютубчик. Даже не спасло мне то, что я выкинул эти шмотки в прошлой серии, да-да-да. Вот, они все равно появляются в инвентаре и каким-то магическим способом на нас напяливаются. Но еще, скажем так, я распределю по карманчикам бомбы, ловушки, улучшу свой меч рунами, которые, я не знаю, зачем я это сейчас делаю. Я уверен, что, конечно, там что-нибудь покруче, может, возможно, встретиться, но пока не буду говорить, потому что уже не помню. И нас бросают с места в карьер, начинается просто рубилово, да, мы штурмуем замок Лавалетов. И эти изменники, по мнению короля Фольтеста, просто-таки не щадят своих жизней. Пробейтесь к центру и займите ворота. Отличный день для драки, ваше величество! Со мной, господа! За Тимерию! Лорд Сван, вы и ваши люди, за мной! Надо достать Ариана Лавалета и сломить дух защитников крепости! Будет исполнено! Геральт, господа, со мной! Вперед! Со славой! Отступать к ядреной матери! Куда прете, как стадо баранов? Хорошо стоят, сукины дети. Если так и дальше пойдет, они перестреляют нас, как уток. Есть мысли, что делать? Баллиста нам поможет. Перед тем, как продолжим, надо оббежать поле битвы, который мы буквально минуту назад полировали, и собрать полезный лукецкий. Да, возможно, это кому-то не покажется чересчур кинематографичным прохождением, но здесь я буду бегать и собирать все полезности, потому что темный уровень сложности подразумевает то, что нам все это барахло понадобится, несмотря на то, что все это здесь стало много всего весить. В первом Ведьмаке все-таки были ограничения по размеру, скажем, по вместительности, по количеству того, что мы можем у себя содержать в инвентаре. А здесь инвентарь у нас продемонстрирован в виде списка, как вот в Обливионе. Вот, и, скажем так, ограничением здесь является именно вес Геральта, что, в принципе, будет происходить в третьей части. По количеству-то вроде, казалось бы, бесконечно, но всему будет предел, если это все дело много весит. Спустившись вниз, да, где Геральту предстоит запустить баллисты, стрелой от баллисты в укрепление, где нас обстреливали стрелами, нас уже встречают три молодца, которые, собственно, ничем таким серьезным не отличаются, но лучше поаккуратнее все равно. Это, повторюсь, темный уровень сложности, здесь весьма и весьма урон по вам будет проходить серьезный, поэтому рекомендую пользоваться знаком Квен. Вот, также рекомендую заточить ваш меч точильным камнем, который будет наносить больше урона. Обратите внимание,
2-3 удара по простецким воинам типа лучников, и они складываются. Здесь, как вы все знаете, есть два вида нанесения урона. Это легкий урон, более быстрый, и, скажем так, тяжелый. То есть, соответственно, Геральта время на замах тратится больше, но наносится больше урона. Вообще, конечно, боевая система, как вы можете наблюдать, да и все, наверное, и так меня знаете, здорово преобразилась в хорошую для кого-то, в кого-то для плохую сторону. Мне лично во всех Ведьмаках боевая система всегда нравилась. Разработчики экспериментировали, пытались как-то демонстрировать нам вот то, что Геральт способен вытворять на поле боя, и это выглядит весьма-весьма эффектно, особенно будет выглядеть еще больше с прокачкой. Во второй и в третьей части это все склоняется в сторону экшена, естественно. В первой более в систему ДНД, наверное, где надо было прожимать нам кнопочку. Вот, ну что ж, мы уже около баллисты. Перед тем, как ее начинать заряжать, я рекомендую, я этим и пользовался на первом своем прохождении, когда я еще один играл, поставить здесь ловушечку, потому что с этой стороны не факт, но возможно пойдут воины. Причем такой серьезный когорт, и они, ну как когорт, в общем, серьезный состав будет на вас нападать. Не сейчас, но может потом. Здесь сейчас будут вас ожидать волны, скажем так. Баллиста с одного раза не заряжается, сначала нужно было зарядить, потом навести, а потом, собственно, сделать выстрел. Это будет как раз таки три ступеньки, которые вам надо выдержать. После каждой из действий в отношении этой баллисты будут появляться воины. И вам надо все это дело контролировать и быть готовым к бою. Более того, воины встречаются серьезные, вот такие как этот щитоносец. Вот, он очень активно защищается щитом, и видите, сразу все-таки успел мне тыкнуть один разочек, весьма-весьма неприятно. Вот, панацея против него, в принципе, простая. Уворачиваться от его ударов или блокировать их, и, собственно, наносить в ответ, рекомендую я, быстрые удары, потому что если будет долго Геральт замахиваться сильным ударом, то может уже к тому моменту не сообразить поставить блок, что не поможет вам в его убиении. А вот, собственно, как я и говорил, да, появляются именно с этой стороны стыльные, появляются 4 воина, и вот эта бомба наша, ловушка, она очень здорово имеет эффект АОЕ, такой по площади урон, который, видите, посносил им львиную долю ХП. Я тут немножко, честно, удачно врезался в щитоносца, вот, и потерял знак Квен. Более того, сейчас еще раз успел его наложить и опять заново потерять, потому что для того, чтобы Геральт его на себя наложил, знак проходит какое-то время и происходит визуальная такая вот катсценка. Ну, не катсценка, а как бы визуально, в общем, нас заставляют испытать секунду или две неудобства с тем, что пока он себя его накладывает, за этот момент уже может много чего произойти. Но так или иначе, мне удается, собственно, их порубать. А здесь вот интересный момент. Они так и не поняли, в чем дело. Погибший горожанин, очень смахивающий на Assassin's Creed, на Альтаира или кого-то из последователей этого ордена. Но это такая, наверное, была шутеечка. Пасхалочка такая, да, в сторону Ubisoft. Очень уж похожее одеяние было, и даже похожий был уступ, с которого обычно прыгают в ток сен ассасины. За это отдельный респект. Я не знаю, почему разработчики решили это сделать. Может быть, ты из Ubisoft уж пришел работать левел-дизайнером в CD Projekt Red, и на тот момент они как-то решили такой небольшой сделать в их сторону реверанс, хотя официально как бы никаких про это не говорилось, просто это ваша наблюдательность, какие-то ассоциации. Вот, попадается там здесь два воина, обратите внимание, опять умудрился меня один из этих засранцев ранить, и я испытал ущерба аж на треть здоровья. Но зато Геральт умеет хорошо очень здесь крутиться в своих пируэтах, отсекать руки. Здесь есть расчлененка, но она, конечно, такая весьма-весьма себе простецкая, но смотрится все равно порой приятно, особенно когда в запале. Здесь можно сделать красивые бои, то есть как бы все зависит от вашей ловкости, от вашего умения. Вот это сейчас зажег эту кнопку, правую кнопку мышки, которая наносит сильные удары, то есть Геральт в таком замахе, в львином просто, я не знаю, в прыжке, в кошачьем, таким со всей дури, со всего размаха по башке, собственно, наносит удар
мечом и сносит львиную долю ХП. Так, вот здесь еще остался последний арбалетчик, который, кстати, что-то как-то немножечко залип от крипта, но мне-то и от этого лучше, потому что меньше стрел меня летит, мне приятнее. Не знаю, можно это рассчитывать как глич, как баг, но так или иначе, как бы, немножечко небольшая передышечка мне удалась, потому что иногда здесь может обстоятельство сложиться так, что просто, ну, вас закидают действительно стрелами и насмерть. Меня здесь закидывали на этом уровне сложности стрелами насмерть, потому что, ну, больно. Больно ранят. Так, не забываем пробегать мимо погибших людей на предмет осмотра их пожитков оставшихся. И здесь уже сам Фолькост воюет, обратите внимание, в окружении своих преданных солдат воюет с войском лавалетов. Ну, естественно, конечно, под натиском они вынуждены пасть, к тому же, когда еще прибывает Геральт из Ривии на подмогу. Шансов у них, конечно же, не остается. Здесь вот еще на подмостке стоят 4 человека. Они стоят, ждут. Их можно вот так вот порубать, немножечко покидать знаком. Каким знаком-то, господи, Нивни. Арт, да. У одного, у второго товарища отлетела рука. Третьего мы поразили руной огня, который я наложил на свой меч. На четвертого срабатывает. Да, здесь тоже срабатывает оглушение. И Геральт их добивает вот такими красивыми вот катсценками. Красивыми добиваниями. Это было тоже в первой части, но камера так акцентированно, скажем так, не отлетала. Но это придает боевке зрелищности, на мой личный взгляд, и я постараюсь почаще пользоваться, прокачаю обязательно арт, потому что, ну, во-первых, это красиво, во-вторых, я так понимаю, в некоторых ситуациях может сохранить Геральту жизнь, потому что если там вас одновременно могут атаковать несколько монстров или людей, и Геральт вдруг неожиданно этим воспользуется, то, возможно, позволит это как-то либо увернуться, либо поднакопить за этот момент немножечко ХП, который иногда, особенно при применении ласточки, допустим, может восстанавливаться. Ласточку я сейчас пока здесь не использую, рановато, не хочется тратить, хотя она у меня есть, я даже, в принципе, мог бы ее сделать. Более того, как бы в рецептах она у меня даже есть. Доходим до вот этой башни. Фолькост командует топорами разрубить двери. Бежит вперед, как оголтелый. И из-за этого не срабатывает бросок бомбы самым, который, в принципе, достаточно серьезный урон нанес. И оглушил наших врагов. И Геральту даже удалось добить. Так вот, тоже красиво. Картина по-воински одного из, ну, в принципе, легких приспешников лавалета. Остались у нас два рыцаря. Один такого более низкого ранга, второй вообще прям здесь закован в доспехах и является, наверное, таким мини-боссом, может быть. Вот. Ну, рекомендую, опять же, вам использовать знак Квен, почаще кувыркаться. На этом уровне сложности это необходимое условие для выживания. Поэтому по поводу прокачки я пока еще буду думать, слушать, кстати, ваши комментарии, читать вернее. Ваши советы по поводу того, какого мне здесь вкачать персонажа. Обратите внимание, какой мы лукецкий козырный поднимаем с этого рыцаря. То есть там какие-то клепанные есть накладки для улучшения доспехов. И это нам все, в принципе, пригодится. Здесь будет система крафта. Над доспехами, над оружием здесь немножечко поработали. Систему всю переработали, как алхимии, так и вашего вообще лука, оружия, доспехов. И это будет намного-много интереснее, чем в первой части. Отступитесь! Мы вас перебьем, как бешеных собак! Ариан Лавалет, с этим будет нелегко. Сдавайся, Ариан! Я буду обращаться с тобой по чести! Ты задолбал, твое величество! Засыпай их стрелами! Вперед, ребята! За Тимерию! Они отлично защищены. Есть предложение? Попробую сам туда залезть. Если лучники меня прикроют, должно получиться. Это сын Луизы из Старого Барона, владетель этих земель. Вспыльчивый и с мечом управляется хорошо. Будь осторожен. Попробую его образумить. Прикрывай, так, ну что ж, мы получаем левел ап. Пока его я использовать не буду, чуть попозже, может быть, в следующей серии, не может быть, а точно. И сейчас, наложив знак Квен в очередной раз на себя, надо нам аккуратно пробежать между осыпающих нас стрел.
Наши союзники нам особо ничем в этом плане не помогут. Но, да и то даже умудрились Митти в меня попасть, немножечко меня ранить, снять знак Вен от попадания или удара какого-то, естественно, знак пропадает, как можете наблюдать. Вот, знак Арт позволяет нам, если он стоит с краю какого-то помоста, враг, я имею в виду, стоит, позволяет нам его вот так вот красиво вот сбросить, ну как красиво, просто картинно, эффектно, так шедеврально он летит в пропасть, и минус один враг. Очень, кстати, здорово мне нравится в этой боевке, что сделали вот этот мой любимый прыжок, такой колющий, с наскока Геральт. Ну, он срабатывает рандомно тоже, я не знаю, как и в Assassin's Creed, он, кстати, тоже был в этом самом, как он называется там, про французов, короче. Тоже там Арно напрыгивал так совершенно рандомно, случайно шипом своим колол в шею врагов. Геральт это делает с мечом, как Ахиллес втрое. Я не знаю почему, очень многим разработчикам, очень многим вообще эта боевка, то что была в фильме «Трое» продемонстрирована, понравилась, как Брэд Питт там, в общем, он себе воплотил. И это здорово, мне тоже очень нравится этот прием. И здесь он тоже выполнен красиво, картинно, иногда получается это продемонстрировать. Выглядит эффектно. Так, ну что ж, мы, собственно, добираемся сейчас до Ариану Лавалета. Больше нам пока что повоевать ни с кем не предстоит. Послушаем, что он нам скажет. Низко же ты пал, ведьмак. Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Хватит смертей. Сдавайся, и Фольтест отнесется к тебе по законам чести. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать. А теперь еще с нильфгаардцами икшается. У короля целая армия, у тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь и их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака. Хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтостом? Никогда! Ты слышал, ведьмак? Они не хотят. Сложи оружие, парень, это не игра. Не губи людей. Сдавайтесь, и король будет милостив. Хватит с моей матери королевских милостей! И что ты собираешься делать? Бросишься на меч или убежишь? Он сделал из нее потаскуху, а потом отрекся от нее перед всем королевством! Это правда. Только резня или геройство этого не изменят. Теперь бросайте оружие. Если с моей матерью что-нибудь случится, я найду и убью тебя! Ариан Лавалет сложил оружие. Надо же. Ты говорил с ним? Пару минут, перед тем, как его забрали в камеру пыток. Изменникам у нас нелегко приходится. Рассказывай. Кстати, а что с драконом? Развалил ползамка, перебил кучу войска и смылся. Куда? Куда-то в сторону Аэдирна. Он нас всех едва не сжег. Ариан Лавалет сдал замок! Открывайте! И что, он жив? Да жив, жив! Я не мстительный! Открывайте! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Похоже на то. Мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдем в шатер. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит.
Заманчивое предложение. О, смотри, особый отряд короля. Покажите его! Ты мне не веришь, пес? Открывай сейчас же! Государь. Эрнан Роше. Докладывай, Роше. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалетты еще держатся в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они? В монастыре. Но данных разведки пока нет. Через мост! Закрыть короля! Ну что ж, опять переоденемся. Опять на нас натянули эти доспехи, которые мы себя скинули, друзья мои. События развиваются скоропалительно. Геральт весьма изящно убедил Ариана Лавалета сдаться. Тот товарищ мне, кстати, показался весьма благородным, но о нем мы поговорим чуть попозже, потому что нам еще, открою карты, предстоит с ним встретиться. Повторюсь, но попозже. Опять же, те же самые руны я сейчас наложу. И вообще, конечно, постановочка вот этой вот пролога в этой игре мне лично доставляет несказанное удовольствие, потому что, ну, очень все красиво, даже до сих пор смотрится, уже спустя 6 лет настолько все. Сейчас наша задача устоять перед огнедышащим горнилом дракона, который тут просто полыхает огнем. Стояли два чувака, только что между собой разговаривали, не заметили, как будто рядом дракона, но наша задача сейчас, в общем, быстренько их порубать. Мне еще нравятся спокойные беседы между Рошей и Геральтом, когда просто разгар такого маха что-то происходит. В общем, мы уже сейчас около финальных, можно сказать, ворот. И наша задача пережить вот эту сейчас схватку, потому что тут есть один интересный рыцарь, который умеет блокировать наши удары. Ну, благодаря Дрис, который его обжигает огнем, в общем, легко он нам поддается. Быстро! А теперь выбегаем на горящий мост. Как всегда, опять нас спасает Дрис. Вообще, конечно, Дрис тут очень здорово нарисовали, по сравнению с первой частью. И шмоточки у нее красивые, и физиономия каштановая, прическа. Еще, кстати, да, видите, постановка у нас перемежает вот с такими маленькими сценками, мини-играми, возможно, если так выразиться. Ладно, ребятки, я сейчас на этом с вами хочу попрощаться. На этом вот такая вот увлекательнейшая серия, коротенькая, заканчивается. Вы, между тем, тыкните большой пальчик вверх и подпишитесь на канал. Скоро выйдет следующая часть. С вами был Фолиот, всем до новых встреч, большое пока!